именно если это в рамках марксистского движения борьба за феминизм, то почему нет? Ой! Давайте, Ленин! Родина! Социализм! Хожу я на подобные мероприятия уже, наверное, больше 15 лет с детства. Это возможность сбора информации, это возможность проведения акций солидарности. Почетный гость, организатор всего, что только можно, и органайзер всего, что только можно, Дмитрий Кошнев. Это не партия блогеров, и уж тем более не партия имени меня, и вообще не партия. Собрались мы за чаем и организовали организацию.